Ну что, всем привет, с вами я, Забайвитер, мы сейчас играем Инсомния, еще одна Инсомния. Там такой хоррор был. Конечно, названия одинаковые, но хорроры очень отличаются. И это даже, по-моему, интересней. Ну, давайте посмотрим. Так, она что-то там, она нашла экзорциста для ее дочери. Что-то там хорошо. Ой, что-то ничего не видно прям. Короче, я ощущала какую-то наёбку, походу, или что-то типа подобное. Не знаю. Опа, опа. Окей, свечу подожгли. Так, ладно, возвращаемся. Там, блин, посветлее было, конечно. Очень громко. О, да. Подожди, рот. Рот, подожди, дай настройки. Ага. Так, где-то 70%, давай, чтобы оно... Уши не давило. Вот и смотри какая. Вроде норм, да? Да, хорошо. А можно как-то назад, не? Мне хочет здесь вообще-то рот скушать. Какая-то женщина очень противная. Вкусно, блядь. И точка. И... У, какие ноздри, ё-моё. Так, окей. Здесь еще какие-то две записки. Что-то там про киллера. Что-то там... Прятаться или бежать. Вот смарт киллер, что-то такое. Демоны. Найти стекло. То есть mirror это, подожди, не стекло, а зеркало. И что-то еще там. Кто там говорит? Окей. Туда нужно лишь? Это прям стремновато стало, слушай. Свечку обязательно поджигать или нет? Окейушки, окейушки, что мы найдем? Нас кто-то пугать будет? Или мы так и пробегаем? Так, вот здесь двери какие-то открыты. Гостиная. Здесь тоже как бы ничего нету. Вот здесь приоткрыта дверь. А что там? Кто там, а? А ну, открой дверь. Слушай, я чувствую, сейчас нас как-то резко испугают. Так, час, ну да, часы. Вообще, блин, походу сейчас будет... Жопа какая-то. А, вот. Зеркала нам нужно все разбить. Второе разбито. Кто-то спагеттосы кушал. Где еще это зеркало? Может, наверху где-то, не? Давай посмотрим. Да, вроде бы. Сколько их этих зеркал, непонятно, во-первых. Типа не написано, ладно.
Здесь тоже ничего нету. Окей, окей, ищем зеркала. Блин. Вот это планировка вообще просто. Все? Или еще несколько есть? Может их 7 вообще? Или нам нужно обратно пойти спать? Я вроде больше не вижу, не знаю. Кто-то злой там вообще писец. Да, у меня уже мурашки немножко идут. Вот, еще слышно. То есть где-то близко, я так понимаю. Там дверь открылась. Ебаный ты рот, нахуй. Пошел нахуй. Ты чё? Так, как мне от него убегать? Я же никак не убегу. Вот этого я ещё не понял. Ну, давай ретри. С какого момента? Угу. А, найти. Хорошо, а сколько их вообще не написано, да? Ага, если слышим какой-то голос, походу, или что-то. Непонятно. А он еще так медленно передвигается, это капец просто. Либо мне нужно медленно передвигаться, либо хер пойми. До конца не понимаю. А, может только поджечь, или он, или она, не знаю. Можно только поджечь и все, и больше ничего. Бегает он очень плохо. Типа с таким бегом, да и ты хер куда убежишь. Блин, было же здесь зеркало. Мне сейчас найти нужно оставшиеся или что, я не понимаю. Как-то очень странно. Так, окей, еще одно есть зеркало.
Как-то стрёмненько. У меня даже нечем защититься, блин. Нет, туда, по-моему, нельзя. Да кто там стукает? Ну что ты, блин? Спасибо. Ай, блядь, собака, ты сотри. Ты шо? Наёбщик, типа, дал мне возможность выйти, типа, потому что я выйти не мог, и взял, убил меня. Ну, блин, ты шо, конечно. Да. Вот же собака. Короче, было разбить. И валить оттуда, и все. Ты шо, конечно, падла. Ай-яй-яй. Окей, ладно. Сколько же этих зеркал, блин, здесь вообще? Ты смотри, они, походу, рандомно расставлены все. Очень странно. Ну да ладно. Это хоть поинтереснее игра, чем то, что было. Блин, либо они пока что не появились, либо я не пойму, либо нужно как-то по несколько раз пройти туда-сюда. Что очень странно. Блин, где-то был. Ага, вот. Вон еще одну. А что так? Что так много? В одном месте-то. Ты шо, конечно, жёстенько. И ходить стрёмно, блин. Но где еще зеркала эти, блин? Я уже здесь по несколько раз прошел, блин. Блин, как там наверх попасть-то? А, точно сюда.
Экзорцист придет утром, типа. Мне нужно до утра продержаться или что? Нужно подрубить прогу, прочесть это. Хотя бы дословно. Так, где она там была? Хотя бы дословно это разузнать. По-моему, стучит, по-моему. Ха, он пришел, бляха. И что мне делать? А что мне делать, бля? Сейчас, подождите, область захвачу. Область захвата текста. Alt Q. А вот так вот. Это все, что ли? Не, вы мертвы написано. А что тогда? Давай прочтем. Так. Что-то жестковато как-то. G. Окей. Прибывания нет. Шо? И все? Я не хочет оно переводить. Так, вопрос вроде загадки. Кто-то пытается играть вслух, разбивая реликвии вокруг, чтобы их не было слишком много. И сохраняйте детали, а также остерегайтесь убийцы, который войдет в часы на первом этаже и будет звенеть каждый раз, когда придет экзорцист или завтра утром. Поэтому ему придется позвонить 7 раз, пережить эту последнюю ночь и положить этому конец. Что, блин? Честно, ни черта не понимаю. 7 раз придется ему прийти, положить этому конец. Вообще жестяк, конечно. По идее, где-то... А, вот. Чего, я как? Я не заметил. Так, подожди, дай выключу эту хрень. Сейчас как придет. Вот так вот. Играться в какие-то прятки там. Что, блин? Раз пережить. Жестяково, конечно.
Да блин, нету этих опять зеркал. Вот, то есть. Ну реально. Пытаюсь их найти побыстрее. Что-то не видно ни черта. Кто-то дышит. Не надо так дышать. Стрёмно вообще-то. Еще какая-то мошка летает, блин. Время пробьет и все. Блин, непонятно, сколько этих зеркал нужно. То ли 7 их нужен, то ли хрен пойми, блин. Ой, еще одна. Я уже не помню, сколько я их собрал уже. Я надеюсь, достаточное количество. Или мы соберем достаточное количество за это время. Вот что-то вот. И шо? Бля, убийца появился, да? Или это только этот? Женщина показалась. А, вот еще. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ах ты ж, сучара, блин. Ты шо, падла, блин? Не успел я, короче, собрать. Я не знаю, типа 7 ночей перешить это серьезно. Каждый час. Сколько мы там уже? Ой, ё-моё, давай последний раз попробуем. Не знаю, что-то как-то запаристо, блин. Мне подниматься нужно на второй этаж. Ну, нас тогда тоже убило. Я типа стоял, ничего не делал, тоже нас убило. Да чё за... Там какой-то убийца, тут женщина нас убивает. Что за дела? Как это так? Какие-то рандомные, слушай. Не раскиданные рандомно, короче. Нас то тот убивает, то это, блин. Что за жесть происходит? Ладно, это от этой бабёны еще можно, типа, уйти. Вот она. Типа, вот эту бабёну нужно в стёклах ловить или что? Ой, блядь, ой, блядь.
Ну, сейчас она ушла. Или от этой бабёны нужно свалить 7 раз. Типа намного быстрее, чтобы типа этот, пока этот убийца не пришел. Или что? Вот бабёнка. А я тебе вижу. Да-да-да, я тебя заранее увидел. Там, по-моему, двери приоткрылись. Это такое? А, где-то здесь было, похоже. А кто там стукает? Что вы ну, заебали реально? Чел этот пришел. Ой, пиздец. Как мне то зеркало забрать? Там же он стопудово стоит рядом, блин. Он же зашел, походу. А, смотри, вышло как-то. Походу все-таки время.
Нужно было какое-то подождать и собрать, походу. Либо продержаться к этому времени. Что-то такое. Жестко. Очень прям жестко. Куда мы идем? Жопкой лучше, да. Там же ничего не видно. Ну? Что, нам на слух нужно идти или что? А, блин, под... Я хожу в темноте, как дурак. Мне чтоб свечу зажечь, блин. Вообще коридор. Чисто коридор. Куда его? Назад, вперед. Опа, здорово. Что за творчество такое? Окей. Ну, какой-то пацанчик стоял. Что там? Грузится или что? Ой, что вот это такое? Это намудрили, конечно, жесть. Можно было как-то без такого обойтись. Вот, куда-то мы выходим. Каким-то дверям. Сейчас нас кто-то сзади как остановит, да? Спасибо. Открыли двери наперед. Алло, что происходит? Дядя, не надо. Дядя, не надо. Убьет меня, наверное. Опять что ли? Ой, не говорите, что мы опять будем страдать той же херней. Да не, вроде бы. Здорово, малыха. Что случилось? Sleeping doll, спящая игрушка. Что-то там music box plays. Найдите music boxы. Остановите мелодии. Блин, что за... Что за приколы с этими поисками? Где эти музыкальные боксы? Сейчас опять рандомно будут раскидывать, походу. Опять до тех же самых приколов. Опа, женщина, иди нахер. Мы на тебя не смотрим. Так музыкбокс нужен.
А, вот шкатулка где-то. Не вижу, не вижу, не вижу. Вот это что ли? Ага. Вот она, сучка, стоит. Давай. Пропадай. Все пропало. А зеркала нету, кстати. Ой, блин, сколько этих музыкальных шкатулок еще нужно насобирать? Почему не указать сразу какое-то количество? Мы только одну нашли, потому что играла одна только. За все то время, пока мы бегаем. Понимаю, нас эта женщина еще может словить. Хорошо. А, вот. Есть две штучки уже. Тоже, наверное, до определенного момента нужно собирать. Пока тебя, наверное, кто-то не убьет. Очень весело. Она плачет. Типа она в конце оживет или что? Будет весело, блин. Так, шкатулочка, шкатулочка, давай. Забрали еще одну. Ой, там женщина. Не смотрим на нее. Три музыкальных шкатулки уже есть. Сколько еще, блин, нужно? Чел стучит. Сейчас придет собака. Сейчас придет собака. Я у тебя здесь постою. Стоп, Creepy Flow, Prevent Has Awakening. Блин, как хорошо, что он не бегает, вот именно. Далеко там, типа, от своего места появления. Мы можем, в принципе, подождать. Но, наверное, это не лучшее решение. Наверное, нам прям все шкатулки нужно найти, но они появляются рандомно. Так же самое, как и зеркала. Свет мой зеркальце, скажи. Так, ну... Спасибо. Я пошел. Еба, она встала. Шо, блять? Никуямба-стоямба.
А, ну конечно, и ты меня можешь убить. Ой, ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Зубовитр. В принципе, прикольный какой-то. Ну, очень много нужно всего собирать прям. Ладно, всем пока-пока.